Прежде всего, это льготный кредит ФОД 3.0 по ставке 3% на срок до 18 месяцев. При этом первые 6 месяцев предусмотрен период без платежей и последующие 12 месяцев погашения равными долями с учетом процентов. Его могут получить действующие предприниматели и вновь зарегистрированные предприниматели с 1 июля 2021 года, обратившись в уполномоченные кредитные организации. Условия при этом участия в программе – сохранение 90% работников от того их количества, которое зафиксировано в кредитном договоре. Также предоставляются так называемые гранты на нерабочие дни. Их могут получить предприниматели пострадавших отраслей в размере 12 792 рублей на одного работника. Бизнес освобождается от уплаты налогов с этой суммы гранта. И кроме того, если предприниматель решит направить эти средства гранта на выплату зарплат сотрудникам, то ему также не придется платить НДФЛ и страховые взносы. Чтобы получить такой грант, нужно подать заявление в Федеральную налоговую службу через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте, либо же направить заявление по каналам ТКС или по почте, а также в налоговый орган. И деньги придут в течение 8 рабочих дней.